Добрый день, уважаемые инженероводы. Сегодня вам хочу показать свою очередную попытку пробуждения привитого щитка. Пробуждать я хочу почку. В этом году у нас весна очень прохладная. И вот такие дни, как сегодня, еще редки. То есть температура, когда превышает 20 градусов. В основном весь май простоял, и температура колебалась от плюс 12 до 20, но преимущественно в пределах 14-15 температура весь месяц продержалась. Были как погожие дни, так и дождливые. И как видите, у нас только активно и хорошо растут пока сорняки. Тут вот есть побег, который я сейчас буду удалять. Вот так вот он выглядел. Который нам не нужен. Что, для чего я удаляю? Он был выше вот этого привитого щитка. Вот я сейчас показываю. Скальпелем я сейчас буду вот эту часть очищать от коры и покрывать вот такой пастой, которая называется цитокининовая. Реализуется она вот в таких вот контейнерах, маленьких капсулах, 1,5 миллилитра или миллилитр, по-разному, от разных производителей. Я уже эту процедуру в этом году проводил, но могу вам сказать, пока успеха практически никакого не вижу. Причина всего одна – низкая температура. Ну что ж, вот я в процессе обхода в этом месяце нашел несколько щитков тех сортов, которые у меня еще или плохо размножены, или мало размножены. И вот сейчас буду пытаться размножить сорт Бадди. Итальянский сорт. С темными должен быть фигами, но пока еще урожая не видел. У меня есть на другом дереве уже хороший побег. Но подстрахуюсь, потому что здесь я вижу очень хороший щиток. И вот сейчас я буду работать с ним. Что я для этого сделаю? Я уберу вот эту кору. Вот. Буду сейчас до зеленой ткани добираться. Вот это коричневое мне надо убрать. А вот здесь вот вполне возможно из этой вот зеленой ткани и пробудиться. Почка. Я рассчитываю на то, что у нас в ближайшие дни температура впервые поднимется до 30 градусов. И наконец-то почки начнут все-таки пробуждаться. То есть вот это вещество активное, которое находится в капсуле, а именно паста. Прививка-то прошлогодняя. Вот я открыл. И вот сейчас буду брать немножко на кончик скальпеля пасты и покрывать. Вот так я покрыл. И так я оставлю. Все, смысла больше здесь ничего не очищать, не резать, нет. У меня на этом растении два щитка. Сейчас буду второй обрабатывать. Ну, я думаю, вы поняли, как это делается, как это работает. Конечно, малоценные сорта, смысла не вижу обрабатывать этой пастой, тратить ее. Удовольствие не из дешевых, но ценные сорта, конечно, пробуждать надо. Сейчас вам покажу. У меня пропадал привитый сорт, вернее, пропадал подвой. Сорта де ла Рейна. Я вот в этом году использовал сорт Inciario Preto из группы Смирна. Весь его практически почикал. В прошлом году вот Бадди прививал, а сейчас привил еще и сюда де ла Рейна. И вот как видите, один у меня, одна прививочка заработала. Вот она вот так вот выглядит сегодня.
прививал тут, здесь, получается, простой капулировкой. Но рядом пока прививочки еще не сработали. Хотя вроде как все пока неплохо и вполне возможно чуть позже заработает. Фактически сделал я вот этот сорт. Вот видите, здесь у меня этикеточка есть. De La Reina, испанский сорт. Вот еще одна прививочка. Все, 4 прививочки делал. А сейчас вот дополнительно буду делать эту стариногой мучаюсь. Так, вот здесь вот у меня. Сейчас вот эту почку еще попробую разбудить. Вот она, вы ее видите сейчас. Ну что ж, спасибо всем за внимание. Учитесь выращивать инжиры, делать прививки как в открытом грунте, так и дома. Всем успехов!